И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон Кэт Макс и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну что, сегодня мы с Димоном Покемоном будем аниматрониками. И, пацаны, выбирайте сразу от 1 до 5 левел, какой у вас будет сложность? Четвертый. Ой, так вы, конечно, зря выбрали. Ну что, четвертый левел, мы с Димоном Покемоном. Очень злые аниматроники, и все по местам. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Димон, ты понимаешь, что мы придется просто их мочить жестко? Да, Димас, я занял свою позицию. Получается, пятая сложность не выживешь, а четвертая практически выживешь. Так, все, началось, да? Да. Веселье. Хорошо, Димас. Так. Я, кстати, это какая пиццерия? Какого ФНАФа, Димас? Первая. Ох, так я в первый ФНАФ, Димас, прошел. Я знаю, как они тут живут. Проходил и не знает, какой это ФНАФ. Вот ты молодец. Ну, просто тут, знаешь, атмосфера, ну, такая, знаешь. Димас, ты меня видишь? Да-да-да, это просто же начало только. Серега, где аниматроник? У нас электричество кончается. Уйди отсюда. О, Димон, знаешь, как это получается? Раз они выбрали четвертую сложность, как бы четвертая ночь. Что там в четвертой ночи было? Рассказывай. Четвертой ночи, да. Проснулся Фредди, все аниматроники проснулись, и Фокси уже нападает с часу ночи, где-то так. Так, а у нас только пол первого. Фокси есть. Я понял. А что ты, Димас, черный тут? А, ну а чё я не нигер. Кстати, вы играли в первый ФНАФ, Серега, с это? Да. Это Макс, левую сторону, короче. Ну, то есть вы знаете, да, как Фредди вас убивать будет? Да. Макс, я правую сторону, ты левую держишь. Пошел вон, я тебя видел. Я же так не нападаю. Упс. Застрял. Чё за говно произошло? Закрой дверь вот. Так, так, так. Короче, я вам даю подсказочку. Когда вы клацаете по камерам, то есть вы заходите в планшет, вам нужно в первую очередь закрыть правую дверь, чтобы я вас не убил. Ах вы говнюки в гранатове. Уходи. Взрывайте. А, я понял, тут с опозданием они тпхаются. Уходи, ты электричество нажрёшь. Да чё он тпхается так? Карта маленькая. Тыщ, я постучал в дверь, они меня не открыли, я пошел. Убийца бежит. Так. Кэт Макс. Все, у вас по 3 жизни, у Кэт Макса 2 жизни осталось. Кэт Макс, ну как так-то, а? Димон, это нравится этот аниматроник? О, бабка. Ничего себе. Пошли, 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 пошли. Мужики, открывайте, есть застрял. Сахар? Сахар есть? Нету сахара, соль есть. О, давай соли. Она не понравится, она большая, она крупная. Давай соль. Мне соль надо. Присолить там пару человек надо. Засолить на зиму. Хорошо. Я пошел. Бля, не тпхаться здесь очень. Ну неудобно. А ну от первого лица попробуй. Может от первого лица будет круто тпхаться? Ай! Не, все равно не хотят. Ну то ладно. С каждого пака по-разному тпхается, я уже понял. О, смотри, кто к нам пришел, Кэт Макс. Все, я уже ухожу, у вас дверь закрыли, закрыта. Закрыли. Вы не интересны, ребята. Так, Диман, пусть они немножко откроют калитки. Убы кидаются. Фу, смотри, какие наглые. Подарочек. Они мощные, ребята. Гостиниц на Новый год. Прошедший Новый год. Есть! Красава, Димончик, молодец! Ребята, ставьте лайк за РП! Или не РП, Димон? Я сначала шел, потом начал ускоряться, они не успели закрыть к этому. Красава, ну ты медленный чувак. Я вот так вот шел, потом начал быстрее, а потом как молния. Ты псих. Так, о, кстати. Прикольно, аниматроник вот этот возьму. Куда идем?
топаем, нормально. А вот в это измерение, Димас. О, это измерение Зен? Да. А чё мы туда не идем? Это измерение воды какой-то. Измерение W. Так, ты, Димас, что за собачка? Уходите! А, блин, закрыли дверь, ну ладно. Ну все уже. Середина ночи, да, мне кажется, Димон, или нет? О, вы успели. Молодцы, теперь пора жестко. Хорошо. Я знаю один способ. Они справляются. Не-не-не, сейчас они не справятся, есть один способ. О, Димас, ты им там энергию отключишь. Ну зачем ты спойлеришь? Да они нас не слышат, у нас это, разговор аниматроников между собой. У нас свой язык, понял? Пацаны, не видели тут охранников, не? Нет, не видели. Такие, один в черном плаще, один такой, как дурачок. Нет. А у тебя черный плащ, ты не он? Нет, я его съел. А ты одел его черный плащ? Да, он. А какой у нас секретный пароль между аниматрониками? Мочите его, предатель! Нет. Да! Мочи его! Так, теперь ты, секретная... Это тоже охранник, Димон, мочи! Помогай! Давай, да бегу. Вот он. Ого! Я... меня бьют, Димон! Лазерный мечом по жопе! Что ты? Пошел вон отсюда! Да как, Димон, помогай! Я не могу! Не могу, Ай-яй-яй-яй, уже считай полжизни! Я не могу выбраться! Серега, умри! На! Кэт Макса мечом убил! Лека меня! А, как убежать? Я вырвался! Откройте дверь! Что это тут? Дима спрятался кое-где. Я убегаю! Понял. Фу. Кэт Макс, открой, электричество скоро закончится. Так, надо подсерьезнее взять. Так. Серега, что это у тебя за красный ерор какой-нибудь? Давай что-то другое. До свидания. А вы чё шкатулку не завели? А у нас это FNAF первый, нет? В нашей серии есть шкатулка. Они, Димас, успели. Я, короче, стал напротив двери, ну, открытый. Они успели. Кэт Макс, у меня есть идея, когда электричество закончится. И что за идея? А есть сфера FNAF и мангал. В нашей части все есть. В нашей, да, у нас тут это, все аниматроники. Не-не-не, это очень жесткий мужик. Мас, я тебя догоняю, смотри. Сейчас я возьму кого-нибудь. Ты стоишь на одном месте, я тебя догоняю. Ты очень быстрый мужик. Это ты звук этот конченый опять издаешь? Да. Телевизор сломанный, да? Это и есть секретный пароль, надо вот так проскрипеть. Надо вот так вот уметь, да. Вот такие. Если они не умеют, то все. Уже 5 часов, ребята. 5 часов уже? А да. Чё могу исчезать? А у вас двери закрыты, 2, и как вы выживаете? Чели? Нет, вот одно сейчас было закрыто. Да нет. О, нет. Серега меня видел, то, что тут за углом стоит. О, нет. Страшно. Опа. Услышал, да? Кто-то прибежал. Так я стою возле двери, я не буду нападать. Так, уже скоро 6 часов, а это значит... Фокси побежал. Я обманул. Это же 4-я ночь, тут все жестко очень. Димон, молодец. Я вас что, убил? Да. Ты какой-то псих, а как ты это сделал? Я подбежал к двери, нажимаю хавать вас, а вы умираете. О, Димон, выходи на улицу погуляем, тут дождь идет. А, тут улица есть, давай. Да. Вылетай. Я тебя с веселой походкой бегу, ты меня сразу видишь. Да-да, как дурачок, я вижу. О, а что такая пиццерия маленькая? О, там же мужик лежит, давай еще покажем этого мужика. Ну, давай. Что там с мужиком? А он смотрит в окно, отдыхает. Это мы его скушали, наверное, да? Ну, не знаю. А прикинь, напротив пиццерии с аниматрониками жить, и ты все время видишь, что там. Ну, так он и умер из-за этого, его убили, то, что он все смотрел. Ну да, наблюдателей не любим мы. Мы его скушали. Не так, Димон, конечно. Два надо одновременно напасть с двух сторон. Ты слева, я справа. Они застроились! А чем? Ой, я могу ломать их, эти калитки. Энергия села, Димон!
Диман, я чекаю калитку, я никого не пущу. О, они тут эти, Fortnite. О, Фредди бежит. Привет. Фредди, а куда тебе, а зачем тебе сюда? А я в кухне. Так. У нас покушаем его? А он неправильный пароль сказал, он сказал какой-то скрежет. Что за пароль? Ну да, ничего-то не то. Но никого не пускаем. О, что-то скрипит. У него ноги как будто не подлежат его, короче, понял? От первого лица буду играть, так лучше понюхаю, видно. Понюхаю. О, Фредди еще один идет. Понюхаю, это Фредди, только он наш. Но он от нас что-то убегает, какой-то странный. Фредди, не знаю, да, он странный. Опа. Да, смотри. Опа, это спалился, он это на меня. Есть. Очень много поддельных Фредди, ты заметил? Фейковых, надо как-то проверять всех. Я в основном, знаешь, только Фредди поддельный, остальные все нормальные. Ого. А, то на улице гром гремит. Так, тут братишка мой ходит, привет. Стоит. Я пошел дальше. Опа. О, всё. Еще один привет. Фредди. Привет. Привет, миссис Чика. О, фантайм Фредди. Как ваше здоровье? Хорошее чно. Ну что, Димас, мы кто? Мы победили? Все, давайте, пацаны, выиграет сильнейший аниматроник. А кто проиграет, тот слабый аниматроник. Одного уже съел, Димас, я. Одного уже сожрал. Понял. Ого! Еще одного сожрали. А, ладно! Блин, да я испугался! Ехи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!